Ну что, друзья, Moscow International Open. BG Freex уже здесь на месте. Время 9 утра и парочка минут. Надеюсь, там еще не начали без нас. Обычно не начинают. К сожалению, нам предоставили всего 3 аккредитации. Соответственно, снимать все 4 ковра на протяжении всего мероприятия нам будет практически невозможно. Но, тем не менее, что-то обязательно снимем, что-то обязательно покажем. Hello, BJJ Freaks. Дима Востриков, мастер пикапа. Это видео, не переживай. Ты не должен записывать. В смысле? Ты не можешь записывать видео делать. Ты можешь делать только фотографии. Почему? 100%. Ты не можешь делать видео. Это сказал главный организатор. Ты не можешь делать видео, ты можешь делать только фото. Что, за продуктами очередь? Да. Вставай с нами. Ты сегодня на гитчекинге. Скажи, снова, пожалуйста, да, у всех ребят все хорошо с кимоно? Нет. Основные проблемы в цвете, плюс надорванные патчи, то есть не прошитые, вот их приходится отрывать. Далее грязных было, несколько штук грязных кимоно. Потом с поясами были проблемы, без рукава черного были пояса. И большая, огромная проблема, почти каждый второй с нестриженными ногтями. Дауд, почему ты отказался проходить гитчекинг у Востокова? Не доверяю этому чуваку. Семен, здорово. Привет. Сколько у тебя народу весит сегодня? Сегодня у меня весит один человек, но я плюс один. Собственно, приехал побороться. Если сегодня поборюсь больше, чем регистрируюсь по времени, значит, это уже удачный приезд в Москву. Кто у тебя соперник? Паша Захаров. В прошлый раз я проигрывал ему, довольно быстро попался. Посмотрим, что реванш будет сегодня. Реванш сегодня? Ну, реваншем это громко сказано. Выйдем, поборемся, там посмотрим, что получится. Проиграл в итоге. Ну хорошо, хоть проиграл, как мужчина. Ну, можно было и лучше. Ну хорошо, он не проиграл. Получил опыт, да. Я не сдаюсь, я только учусь. Да. Что-то невеселое.
борется за него! За него! Давай, 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 давай! Хорошо, хорошо! Привет, как тебя зовут? Привет, меня Роман зовут, Емельянов. Занимаюсь у Али Магомедова в Академии Леон База. Ром, за спину налево! Налево за спину! Налево за спину! Ром, быстро налево иди или направо, за спину! Да, вот выступил на турнире, занял первое место. Хочу сказать спасибо Али, наконец-то как бы удалось выиграть приличный турнир. Вот, я очень рад. Всем спасибо за поддержку. Как ты думаешь, Али перестанет на тебя орать после того, как ты выиграл Moscow Open? Нет, Али не перестанет орать на меня никогда. Вот, ну это очень хорошо, потому что, ну, когда меня замечают в зале, как бы это, ну, очень важно, то есть есть прогресс. Если бы на меня он как раз не орал бы, я бы расстроился. Всем спасибо.